пожарная машина для меня – это что-то рядом с космическим кораблем и ручным велосипедным насосом, вот где-то вот в этом расстоянии. Работа пожарного – это очень мокрая работа. За мной отец в детстве заезжал в детский сад на 130-м самосвале. И какой это был восторг! А в Подмосковье водятся лещи, водятся ежи. Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Завод имени Лихачева, ЗИЛ, старейшее, да, наверное, и крупнейшее советское предприятие со славной историей. Сегодня от него даже руин практически не осталось. Но было время. Завод основан в 1916 году как одно из шести предприятий, должных поднять производство автомобилей в империи на мировой уровень. Но грянула революция, и в 1917-м предприятие начало угасать. Новый виток истории – 1924 год, когда молодая советская власть наладила там производство грузовиков. Работа в цехах не останавливалась никогда. Даже в годы Великой Отечественной войны ЗИЛ работал на победу. Но лихие 90-е и безграмотное руководство предприятием не позволило заводу имени Лихачева шагнуть в новое тысячелетие. В 2013-м флагман отечественного автомобилестроения закрыли. ЗИЛ-130. Красавец. Самый массовый советский грузовик. Он до сих пор эксплуатируется на территории бывшего Советского Союза. В нашем случае это пожарная машина АЦ-40-130 модель 63Б. Кстати, тоже самый массовый пожарный автомобиль. Но о нем чуть позже. Сначала про 130-й. И главное, чтобы гроза не разошлась. Первое упоминание в летописи мы находим за 1956 год. Тогда опытный автомобиль был построен. В 1959-м машину представили общественности на ВДНХ. В 1963-м первые грузовики начали сходить с конвейера. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, мать, дождь. 130-й пришел на смену ЗИ-150. Если говорить о конструкции, то это совершенно обычный рамный грузовик. Но он был, да и остается, совершенно узнаваемым внешне. А все потому, что 60-е годы с дизайнерской точки зрения были выдающимися. Но обещают, что он скоро кончится. Ну что, Андрей, ты становишься поставщиком двора его императорского величества дяди Вани хороших автомобилей, за что тебе большое спасибо. И вот уж действительно, кому надо долго жить, это 130-му. Макс ДВС реально продлевает жизнь автомобилей, вот, особенно старых. Еще раз большое тебе спасибо. Ну ладно, ладно, на. Вот, короче, здесь еще есть техника, которую я обязательно сниму. Возьмите хотя бы внешность автомобиля.
Передняя панель штампованная, чаще всего белого цвета. Вспомните газончики грузовые. Все в СССР подстраивалось под единый стиль. Незаметный, но узнаваемый в любой кастрюле, приемнике, машине. Конечно, положа руку на сердце, стоит упомянуть, что конструкторы в СССР всегда оглядывались на продукцию из США. При создании машины были изучены ряд американских грузовиков, например, Ford F-600. Выдающийся здесь, конечно, и мотор. Есть миф, что это упрощенный двигатель от ZIL-111. И да, и нет. Они очень похожи и идеологически, и конструктивно. Для 130-го его задушили. V-образный, восьмицилиндровый, четырехтактный, мощностью 148 лошадиных сил, 3000 оборотов в минуту. Рабочий объем 6 литров. Он был современным и достаточно экономичным по тем временам мотором. Ну что тут еще? Компрессор видно. Он накачивает тормозную систему, два баллона по 20 литров. Кстати, ручник здесь стоит на кардане и зажимает его, а не задние колеса, как в обычном автомобиле. Это я рассказываю для обычных людей, а не для всезнаек. Кабина – это отдельная песня. Широкая, трехместная, с панорамным стеклом, с отопителем. Тут сиденье регулируется, спинку можно отстроить под себя. Комбинация приборов легко читаема. Все прекрасно. Вот эти изогнутые линии, стиль 70-х, 80-х. Кстати, в потолке один люк. Изначально было два, потом был один. На последних 130-х люков уже не было. Хотя, на мой взгляд, очень хороший кондиционер. Фароискатель, но это уже издержки производства. Бардачок. Все железное, все наше. Ни одной плоскости, закрытой пластиком. Вот как надо делать автомобили. Что тут еще? Пепельница. Вот это вот потрясающе. О, тут даже бычки антуражные. Беломорканал. Время в Припяти замерло. Ручка подключения компрессора. Все! Ну, вот, может быть, фары прожектора, задний маяк, освещение кузова. Подвеска грузовика ничего необычного, рессоры и амортизаторы. ЗИЛ – среднетоннажный грузовик. Имея грузоподъемность до 6 тонн, сам ЗИЛ-130 весил по меньшей мере 4. В то же время его можно использовать для буксирования прицепа весом не более 8 тонн. Но на ЗИЛ грузили и значительно больше. Машина кряхтела, но тащила. А теперь пробежимся по пожарному оборудованию. Самое первое – это, конечно, кабина для бойцов, рассчитана на 7 человек. Все видно. Вообще, машина уникальная. Она до сих пор стоит на боевом дежурстве. Где стоит, не скажу. Она рассчитана, как я говорил, на подвозку 7 бойцов и пожарного оборудования. И она комплектна. Правда, я, честно говоря, не знаю, что в ней находится. Поэтому все смотрим вместе. Вот, пеналы для пожарных рукавов. Кстати, машина может привезти в цистерне 2 с лишним тонны воды.
Струю с помощью насоса подает на 100 с лишним метров. Сверху рукава для подачи воды из водоема, лестница телескопическая, штурмовая лестница и, конечно же, сам насос ПН-40УА способен подавать до 40 литров в секунду. Черт, ногу сломит. Давайте. Надо было красиво катнуть. Так, переходник. Нет, это... О, самый игрушечный. Пожарные машины для меня это что-то рядом с космическим кораблем и ручным велосипедным насосом. Вот где-то вот в этом расстоянии. Заодно машину помоем! Работа пожарного – это очень мокрая работа. Все, хорош! А в Подмосковье водятся лещи, водятся ежи. Ну что, закрываем пенал с пожарными рукавами и пора ехать. Все через силу. Все через ад. Забыл. Первая скорость здесь вправо-вниз, а вторая, транспортная, влево-вверх. Они стоят не друг напротив друга. Поверьте мне, 130-й стартует как легковой автомобиль того периода. Здесь впервые установили пятиступенчатую коробку передач с синхронизаторами. Это значит, что на грузовом автомобиле не надо два раза выжимать сцепление. Тормоза везде барабанные, воздушные. Нашей машине лет столько, сколько мне, а она останавливается как вкопанная. Надо, конечно, привыкать к манере старика, но нет волнения, что ты причалишь не туда, куда надо. Опять же, впервые для грузовиков установили усилитель руля. Радиус разворота порядка 7 метров. По тем временам вертлявый автомобиль в городских условиях. Расход, ну, порядка 40 литров. А когда бензин никто не считал, стоимость, какая разница? Очень комфортный автомобиль, на самом деле, честно скажу. Мягкий, надежный, легок в управлении. Кстати, дворники воздушные. Ну, что странно.
с годами можно было переделать. Хотя зачем переделывать то, что надежно? Максимальная скорость 80-90 км в час, но были экземпляры, которые бегали и до 100. Впервые отечественные грузовики были на уровне зарубежных аналогов. Хотите верьте, хотите нет, но если 130-й ЗИЛ сравнивать с американцами, на тот момент, когда он избавился от детских болезней, то 130-й был значительно надежнее Янки. И это факт. Кстати, грузовик был популярен и за границей. Индия, Сирия, Иран, Ирак. На машину ставили дизельные моторы. А сколько было модификаций? В 1973 году автомобилю ЗИЛ-130 был присвоен знак качества. Почетный пятиугольник наносили белой краской с правой стороны кабины. Автомобили выпускались более 40 лет. Машин в общей сложности вместе с заводами-смежниками выпустили более 3 600 000 штук. Согласитесь, это достойная цифра. Запах бензина, моторного масла. А вы учтите, 80-го бензина. Этот автомобиль ездить на 80-м, который, ну, купить уже практически невозможно. Детские воспоминания. Я все время добавляю какие-то детские воспоминания. С правой стороны ручкой за мной отец в детстве заезжал в детский сад на 130-м самосвале. И какой это был восторг, когда ты ехал, держался за ручку, смотрев в лобовое стекло, выше всех автомобилей. Детство. Сегодня ЗИЛ-история. Славная история, которая, я надеюсь, получит продолжение. И когда-нибудь мы увидим наши новые ЗИЛы. Не перелицованных азиатов шильдиками, а наших. Надеюсь.